Форсайт-сессии — это новый формат коммуникации, который позволяет участникам выбрать для себя направление развития и наметить шаги для его реализации. Такой метод развития бизнеса предложили сегодня эксперты карельским фермерам, а приглашенные из разных регионов России предприниматели поделились своим опытом. Сейчас сектор агропромышленного комплекса находится в таком неком тренде, это очень актуально, и открытие, я сегодня буду рассказывать об открытии фермерских магазинов, которые под одним коллективным товарным знаком представлены у нас в регионе. Основной задачей сессии стало обсуждение необходимости создания в Карелии агропромышленного кластера. Это подразумевает более тесное и эффективное сотрудничество между участниками рынка, в том числе научными и образовательными организациями. Создание кластера может помочь нарастить конкурентные преимущества местных производителей, привлечь инвестиции в перспективную для республики отрасль и обеспечить предпринимателей необходимой поддержкой. Хотелось бы, чтобы про кластерной работе и при создании кластера мы все-таки с вами выявили те моменты, которые необходимо внести в первую очередь в законодательство. Где нужна конкретная поддержка, какие меры поддержки, льготные преференции, административные преференции. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы перспективные проекты в республике уже получили средства для приобретения сельскохозяйственной техники, заготовительного и другого оборудования. Однако проблемы у фермеров все еще есть. Встает острый вопрос по выделению земель, да, то есть на заготовление кормовой базы, чтобы фермерам выделяли землю, чтобы земли использовались. Создание агропромышленного кластера поможет сформировать более благоприятную среду для развития сельскохозяйственной промышленности в Карелии и помочь продвинуть местную продукцию на общероссийский рынок. Илья Лопухин, Станислав Шведов, служба новостей.